Я белый мультяшный кот. Успейте поставить лайк и подписаться на канал за 5 секунд, а иначе... Я и мои клоны, армия моих клонов, придут за вами ночью и съедят вас. Время пошло. Раз, два, три, четыре, пять. О, кто-то не успел. Ха-ха, мы идем за вами. Долгожданный мультик про автобуса-пожирателя вышел на Сирена Студио. Ну и в этом мультике автобус-пожиратель сражался против поезда-пожирателя. Обязательно посмотрите, ссылочка в описании. О, братишка, смотри, мы уже приземлились! Офигеть! Ура, наконец-то! Смотри, тебе понравилось на самолете летать? Да, я впервые летал. Ты тоже впервые? Мухосранский. Да-да-да. Ну какие же наши мухосранские самолеты-то еще? Да мы, может, ты куда-то там давно по работе летал? Цивилизацию прилетели. Ура! Ну да, ура, наконец-то мы добрались до нормального города. Ну почти. Мы, точнее, сейчас находимся в аэропорту. И до города вроде еще 30 километров. Капец, конечно, последние денежки наши потратили на перелет, на билет. Ну ничего, сейчас зато жизнь нормальная начнется. Ура, братишка! Братишка, сколько у тебя осталось в кармане-то, а? У меня 1500 рублей, а у тебя? У меня... 1002 где-то осталось? Какое 1002? Всего рублей 700-800 где-то. Ё-моё! Ну, может быть, наскребу. Надеюсь, такси не будет дорогое до города. Да не, с чего бы. Ну, сейчас посмотрим. Город большой, знаешь, денег нужно много. Смотри, кажется, самолет уже будет прямо в аэропорт отправляться, нас высаживать. О, наконец-то. Наконец-то уже не терпится к новой жизни пойти. Ага. На небоскребы да все эти посмотреть. Я же небоскребы только по телевизору видел. В нашем Мухосранске выше 5 этажей ничего не построили. Смотри, какие большие ангары, капец. Да, красота. Ага, это представляешь, мы еще даже не в городе. 30 километров до города, я же говорю. Ты прикинь, а уже какая красота. Можно было бы сено хранить. Ой, ага. Хотя, тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Надо эти деревенские привычки из себя изживать. Мы ага. же в город. Или выше зерна. Общество поехали, лучший свет. В смысле, ты хотел сказать, наверное, сколько есть можно пачек с долларами хранить? О, да-да-да, теперь будем... Давай будем разговаривать по-богатому, да. прям как все горожане. О, смотри, таксишка! Такси, подходите! О, таксишка, давай-давай-давай! Довезу быстрее. Здравствуйте! О, здравствуйте, а сколько до города будет стоить? О, вам до города надо, хе-хе-хе-хе! Сколько, так, наверное, рублей 500 будет стоить? Что, 500 рублей? А что такое? Ты сразу, парень, лесом иди с такими расценками! У нас тут серьезный бизнес, между прочим! 2500 до города, вот. 2500? Сколько? Капец. О, братишка, ну у меня 1500 есть, а ты сколько говорил, у тебя есть? Ну 1000, может, наскребу сейчас по карманам, посмотрю там мелочью и так далее. Ну, как раз все. Давайте наши деньги. За 2300 хотя бы до города. Да, давайте хотя бы за 2300. Ну ты чё? Что ли, не понимаешь? Мне семью кормить надо, семья кормить надо. Вы думаете, чё? В городе так все легко, в городе сложно работу найти, так что давайте, либо 2500, либо проваливайте отсюда, пешком до города идите, все, торговаться с вами не буду. Ой, блин, как же так? Вот, О, братишка, у меня есть идея. Какая? Сейчас скажем, сейчас, то пускай он довезет нас до какого-то места, и там это один из нас бегает, короче, еще денег принесет. Типа, и мы заплатим ему столько, а сейчас предоплату, типа, сделаем, скажем, у нас только 1500 есть. А потом второй убегает, вот. И чего мы не заплатим? Да-да-да-да-да-да-да-да. Че вы там шепчетесь? Уважаемый, а можно тогда, смотрите, у нас просто сейчас 2500 с собой нет. Че, предоплату хотите? Ну да, 1500 вам сейчас дадим, а... Да-да, потом приедем на месте уже дадим. Вот, и чтобы вы точно были уверены, один, получается, с вами останется, а второй сбегает. А, ну раз один со мной останется, ладно, что делать? Садитесь. Обалдуй, довезу вас. Только деньги сразу давай. 1500, давай, да, давай. Вот, давай, держите сюда. 1500, держите. Отлично, все. Ну и давайте расценки в городе, братишка, да? Не ворчите, вы что, с деревни, что ли, приехали? Ну тогда, мы из Мухосранска такие. Приехали. Знаете, где это находится? Мухосранск. Даже на карте такой. Точнее, прилетели на самолете. Наверное, слишком маленькая надпись и поселение. Ну ладно, да, там 5000 человек всего лишь живет. Быстрее садитесь, пока хорошо, не хорошо, садимся. Братишка, давай, поехали. Так, все, мы приехали. Мы уже приехали? Выбирайте, кто остается тогда. Да, это ваш адрес.
А, это в смысле наш адрес? А куда мы приехали? Сейчас, сейчас, подождите, подождите. Вот-вот, смотри, адрес. Где? А реально наш адрес. А тут какая-то стройка. Да, смотри, контейнеры стоят. А вы точно нас туда привезли? Да, точно туда. Да, конечно, туда. Новостройская, 16, как и просили. Ну, кстати, смотри, братишка, написано Новостройская, 16, видишь? Да-да-да, что за ерунда? Там же было написано, офис, небоскреб вроде. 100 этажей должен быть небоскреб. Что? А-ха-ха. Ну вы, ложки деревенские, реально, походу, из Мухосранска, я думаю, шутите. В смысле? Ну что, из интернета, что ли, объявления читали на работу? Да, в интернете нашли объявление. Ну да, там было написано. В офисе работать, на 52-м, кажется, этаже. В небоскребе. Ой, какие смешные. Тут отродясь не было никакой работы. Развели вас, ложки, ну да ладно. Это ваша проблема, мне не важно. Где еще косарь, падлы? Давайте, кто выбирает, из вас остается тогда, вот. И у другого тогда. Другой пускай за деньгами бежит. Сейчас, сейчас, можно мы решим с моим другом? Да, да. Давай я останусь, а ты, короче, уходи. А, хорошо, давай, а давай, я с ним давай, посижу 10 минут и свалю тоже, понял? Хорошо. Чего там шушукаетесь? Я давайте останусь. Ладно, только давай, чтоб быстро. А то у меня монтировочка там лежит в багажнике, а твоего друга отметили, если деньги не принесешь. А, да, да, братишка, конечно, поспеши, хорошо, хорошо. Давай, к нашему другу сходи, к Майку в гости, возьми у него в долг. Хорошо. Ну все, товарищ таксист. А как это так? Здесь стройка реально какая-то, он идет. Он какой-то кран башенный стоит. Где же небоскребы? Ой, да какие небоскребы? В дешнем городе нынешний мэр тырит деньги только так. Новые машины все появляются и появляются, а стройки годами, десятилетиями стоят замороженные. Так что, вы имеете в виду, машины на улицах появляются у людей? Не, у мэра в автопарке его лично. А, ё-моё. А те небоскребы? Что эти небоскребы? Они были построены уже при начале города. Ну, там вроде офис самого мэра, поэтому те небоскребы, в общем-то, и строятся. Ввысь. А вот остальные небоскребы, которые не мэра, которые надо строить там для каких-то государственных учреждений и так далее, вот, они стоят заморожены. Вот, блин, мэр, конечно. Ой, что-то туалет приспичило. О, можно сюда за угол схожу, за заборчик быстренько, а? А зачем вы монтировку достали? Не, честно, вернусь. Ты хочешь сказать мне, чтобы я поверил? Я не такой же лошок, как вы. Хочешь меня развести? Нет, честно. Не разведешь. Вот честно, сейчас в туалет отойду, вот смотрите, вот сюда вот, и все. Так, сейчас сделаю вид, что я в туалет. Тихо-тихо, он идет. Разве? А-а-а, быстрее бежим! Ну, иди сюда, ах, ты бежишь, так и знал, решили что развести меня хотите. Думаете, решили нас развести, на косарь на целый. Да. Это, ай-яй-яй-яй. Да. Это что такая поездка в такси дорогая, 2500? Вам и 1500 хватит. Я обычно по 4 беру, но увидел, что вы ложки, пожалел вас. Иди сюда, сволочь. Надо быстрее бежать. Так, 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 так. Слушай, деревенский выносливый, не могу догнать его. Так, 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 быстрее, быстрее. Так, 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 так. О, если я спрячусь там же, где я был, куда вы приехали. У нас здесь жизни не дойдет. Вот здесь вот, например. О, все. Фух. Вот же сволочи, Куда подевались? Убежали, гады, развели меня. Ну ничего. Еще раз их увижу. Кстати, у меня же видеорегистратор в салон стоит направленный. Сейчас их фоточки распечатаю, всем своим братанам, таксистам отправлю. Если этих козлов увидят, скажу, чтобы монтировками сразу долбили. Отлично. Ладно, все. Поеду на следующий заказ, а то из-за них уже и так опаздываю. Фу, все, кажется, он уехал. Так, сейчас по телефону позвоню братишке. Так, здесь связь не ловит, надо выйти. Ох, капец, а. Мы, конечно, реально ложки какие-то деревенские. Куда мы это приехали? По объявлению из интернета. Эй, братишка, прием, ты где? О, алло, алло, братишка. Я там же, где мы приехали. Помнишь стройку? Приходи сюда быстрее. Удачно. Я в контейнер один залез, сейчас вылезаю из него. О, а, ты здесь, что ли? О, так ты здесь? Да, здесь, здесь, братишка. Ё-моё. Фух. Ну, что получается? Сегодня воскресенье, видимо, на этой стройке никого нет. А, сегодня даже суббота. Выходу, видимо, да, у строителей. Или вообще-то стройка заморожена. Фух, что делать-то никого будем? Никого здесь нету. У нас только мои 700 рублей остались, да. Работы нет, обратно уже не на чем добраться. Ну, знаешь что, я думаю, сегодня куда мы уже сунемся? Да никуда мы не пойдем. Предлагаю дошираков хотя бы купить.
Костерчик здесь развести, говорят, сегодня ночь будет холодная. И здесь уже переночевать. Потому что самый дешевый отель где-то 5000 рублей будет на один день стоить. Капец, что так дорого? Ну ты да, что ты хотел? Прав. Город. Это мы в деревне нашему Хасранске могли на 100 рублей 2 месяца жить. А здесь совсем другие цены. Эх, ладно, и чё? А, братишка, ты аккуратней. Я спустился, давай, аккуратней. Ё-моё, конечно, смотри. Чё, мрачненько здесь. Ну давай здесь, да. Ночку переждём, нормально. Хотя бы ветер не дует, если дождь пойдет, хотя бы не намокнем. Ладно, давай сейчас дровишек натаскаем, костер разожжем и будем отдыхать. Можно давай, супчик какой-нибудь сварить. Самых дешевых продуктов из магазина. Как же я голоден. Я тоже, братишка, очень голодный. Ладно, я за дровишками, давай. Хорошо. О, братишка, уже начинает темнеть и холодает. О, тепло, хорошо. Да, костер. Ладно, что, давай кушать. Давай. Мы уже дошики поели. Я проголодался. Бургеры вот эти, вроде недорогие. Ням-ням-ням-ням-ням. Вкусненько. О, хорошо поели. О, хорошо, тепло. Да-да-да. О, слушай, приятненько. Я там картонки видел здесь вот, за этими контейнерами. Давай их хотя бы постелим, чтобы на холодной, на пустой земле не спать. Да, ты прав, сена нет, а то так давай можно и постелим. Почки простудить. Да-да-да. Тепло, хорошо. И дровишек можно подкинуть. Почки вообще у нас не будет никаких потенциальных доходов, а так хоть что-то. Ох, тепло, хорошо. Шо ж так здесь холодно, а? Волк, волк, на уши нападает, волк. Ой, блин, а, братишки, только что кошмары снятся. О, ё-моё, что за звуки, а? Что это там, а? Хорошо, хоть у меня фонарик есть. Братишка! Братишка! О, ё-моё, Я что-то слышал там. Это все не кошмар получается? Мы в самом деле, что ли, оказались в такой ситуации? Ты про что? Мы в городе. Ты что, забыл, что ли? Да, в городе. Мне еще снилось, что за нами бегали, короче, таксисты с монтировками, вот, по всему городу. Так это правда, все так и было. Ты подожди. О, капец. Я какие-то звуки услышал на улице. Пойдем. Смотри, кстати, уже потихоньку начинает светать. Да-да-да, так, я тебе говорю, какие-то звуки слышал, может это, строители вернулись? Ой, да, надо наверх залезть, посмотреть. Давай, да, наверх залезем, посмотрим. Пойдем, 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 капец, давай, конечно, давай, темно. Давай. Очень надеюсь, темно на улице. Надеюсь, строителей нет, то еще хочу поспать. Я тоже хочу поспать, вообще не выспался. Это что? Это еще что такое? Я не знаю. Братишка, что это? Что, братишка? Что, их много? Что происходит? Ё-моё! Их много! Они умеют лазить по стенам! Это еще кто такие? Надо бежать! Нет, их слишком много! Вкусный человечек! Хочу еще! Ох, наш сегодняшний патруль, наша смена. Ты, кстати, слышал, что случилось? Да, люди какие-то пропали. Угу. Говорят, да, в нашем райончике людишки какие-то пропали. Вроде то ли два бомжа каких-то, то ли еще кто-то. Ну, в общем, нам сказали, у нас этот райончик каждый разведать. Месяц, каждую неделю почему-то кто-то пропадает. Вообще непонятно, что из-за чего. Ну, надеюсь, рано или поздно этого мудака поймаем. Город-то большой, то там какую-то машину угонят. То человека похитят, то кого-то подстрелят, то еще что-нибудь. То мэр весь бюджет разворует. Ты так не говори, ты сам знаешь, что за это будут с работы уволить. Да ладно, кто нас здесь слышит, но в общем-то да. Ты что, ты не знаешь, в машинах как бы камеры установлены, микрофоны. Ох. Да я думаю, вряд ли это кто-то будет проверять. Да и тем более, мне кажется, мэру настолько пофиг. Он там живет, чилит на расслабоне, я вообще ему по кайфу. Эх, ладно. Это мы с тобой обычные два полицейских. Сейчас в патруле находимся, ездим, все тут осматриваем. Ну знаешь, сегодня, кстати, как-то вроде тихо, ночная хоть и смена, но вроде пока мы ничего не заметили. Да знаешь, что парадоксально? Вот с тех пор, как появился этот маньяк и стали пропадать люди,
Даже все маргиналы, которые по ночам обычно заполоняли наш город, куда-то делись. Сожрал их, что ли, кто? Это, кстати, да, это правда. О! Подожди, чего это слева? Подожди-ка. Что там? Привиделось, что ли? Пойдем проверим. Ё-моё. Ну давай проверим. Мне кажется, что-то видел слева. Ох, разорвусь, а то засиделся. Конечно, свою эмочку всегда с собой ношу. Так, ну-ка, что там? Я не знаю. Что это такое? О, я ж это и видел. А, что, их стало много. Стреляй, братишка, по ним. Почему люди пропадают в городе? Монстры какие-то, оказывается, в городе. Я перезаряжаюсь. Братишка, я тебя прикрою. Беги, давай в машину быстрее. Валим отсюда. Давай. Братишка. Нет, братишка. Прием, третий. Прием. Здесь какие-то белые монстры, похожие на котов. Белые монстры, прием. Вы в автомате, прием. Ай-яй-яй. Ай, что? Третий, ответьте. Какие монстры, третий? Что вы вообще несете? Третий. Проклятие, третий пропал. 16-18, выезжайте к третьему. Там что-то случилось. Ну что ж, дорогие друзья, всем огромнейший привет. Ну а с вами снова я, Слайк Маст, и, конечно же, Дарк. И сегодня у нас, ребята, будет эволюция белого мультяшного кота в игрушке под названием Гаррис Мод. Всем хаюшки, народ! Да, ребята, в Гаррис Моде у нас появился новый NPC, новый монстр. Я не знаю, ребят, чей этот монстр, кто его придумал. Кстати, можете написать об этом в комментариях, откуда он вообще появился. Так скажем, кто его автор. Это, ребята, такой вот какой-то белый мультяшный кот. Мне кажется, до конца он, конечно же, не прям чтобы кот. То есть только голова у него, в принципе, кота. А тело какого-то крипера, что ли? Да, Дарк? Полукрипер, полукот. Какой-то получается? Да, получается как-то так. Смотрите, ребята, вот у нас есть крипер. В принципе, чем-то похож на него, да? Ну, а, ребята, кот на него, мне кажется, больше всего похож вот этот, который самый-самый новый, вторая стадия бога мультяшного кота. Старый мультяшный кот какой-то слишком такой миленький, да? Не особо страшный. А этот кот реально очень-очень, ребята, криповый. Вы видите, да, друзья? У него прям такие черные глаза, нет даже зрачков, такие острючие зубы. И он, ребят, передвигается на четырех лапах. Ну и как вы, ребят, заметили, он умеет себя клонировать. Он появился с оригинального видео, где прям огромные орды этих котов нападают на бедного человека, который типа все это снимает, который все это показывает. И вот, ребята, да, и в Гаррис Моде он тоже себя умеет копировать. Клонировать, я бы даже сказал. Причем клонировать он себя, ребята, может просто в неограниченных объемах и масштабах. Вот смотрите, ребята, он только что заспавнил 4. Сейчас еще заспавнит. Вот смотрите, то ли 4, то ли 5. Еще. И так, ребята, он может делать просто до бесконечности, пока просто-напросто у нас игра не крашнется. Вот такой, да, ребят, прикольный белый мультяшный кот, белый картун кэт. И сегодня у нас будет эволюция. Ну а с вас, друзья, конечно же, много-много лайков. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Если вы, ребята, впервые на этом канале, то прямо сейчас же, да, оформляйте подписочку. На этом канале много-много Гаррис Мода и много-много крутых интересных монстров, которых вы больше нигде не увидите. Ну а мы, ребята, прямо сейчас же начинаем. Ну и, ребята, первая стадия нашего белого мультяшного кота. Вот такой вот белый мультяшный котик. Он чуть побольше, чем человек, но не прям чтобы сильно намного. Смотрите, ребята, много дэшечек. Так. А у нас есть вот такая, ребят, штука. Хо-хо-хо-хо. Дарк, ты это видел? Смотрите, просто друзья. Просто разнос. Вообще нереально, конечно, разнос. О, так. На. Капец, ребят, у них бластеры, что ли? Какие-то штурмовики, получается, да? Такие же, кстати, кривые, косые, стрелять, ребят, не умеют. О, он еще сзади, вижу, дэшек. На. Хо-хо-хо. Вот бы, ребят, дэшки еще умели бы нормально стрелять, и друг по другу бы они не стреляли. Цены бы им просто-напросто не было. Ну, так, кстати, ну все. Есть дэшки, которые умеют хорошо стрелять. Это какие дэшки? Спецназ из СЦП фонда? Сейчас покажу. О! Ё-моё, ребята! Нет, только не эти дэшки. Нет. Ай! Оу! Они, вот кстати, друг по другу стреляют. Они все равно, ребят, такие же глуповатые. Ай, больно! Но они попадают уже, видишь? Угу. Ай, больно. Тихо. Уклоняемся. На! Ах, вы ж гадские дэшки, на! Ребят, смотрите, еще вот эти две стоят, стреляют дэшки мимо и мимо. У них перезарядка, а в это время подходим и их убиваем. Так, еще от... О, в смысле, а что дэшки делают сверху, а? Они умные, смотри. Ребята, сейчас мы их оттуда достанем. Давайте спрыгивайте оттуда, а то стоят, стреляют. О, ребят, что там такое сзади, а? Ё-моё, спецназовцы ИСП фонда! О, ребята, плохо дело.
Со спецназом лучше не шутить. О, ребят, я знаю, что я сейчас сделаю. Я вызову подкрепление. Хо-хо-хо. Капец. Давайте, давайте, котяры, вперед. Разберитесь с ними. Часть твоих клонов по стенкам домов бегают. Что за жесть? Да ладно, какая разница. Главное то, что сейчас они разберутся, ребят, с этими спецназовцами. Хо-хо-хо. Ну, о, смотри, сверху прям поспрыгивали на меня. Ха-ха-ха. Ребята, смотрите, они реально, понимаете, бегают по стенкам. Эй, коты, по фасадам зданий. О, ребята, смотрите, еще и мужики поприходили. Ну, а сейчас, конечно же, они, друзья, отлетят. В общем, да, ребята, такие вот прикольные белые мультяшные коты. Это, ребят, только была первая стадия эволюции. А сейчас давайте мы немножечко подрастем, станем сильнее. И, ребята, продолжим. В общем, да, ребята, сейчас давайте мы эволюционируем до следующей стадии. И вот, ребята, следующая стадия нашей эволюции. Вторая стадия нашего белого мультяшного кота. Мы, друзья, подросли и стали сильнее. Теперь ты достоин, конечно, зайти на арену. Нифига себе, я, друзья, прыгаю. На, получайте, мультяшные псы и мультяшные коты. Смотри-ка, они на тебя все забились. Они поняли, что не настоящий мультяшный монстр. Да. Все мультяшные, я всех уже убил. Черных цветов, а ты почему белый? А какая разница? Теперь будет, ребята, эра белых мультяшек. Смотрите, мы всех уже почти завалили. А куда решили бостовые черви побежать? Ну ладно. Там какой-то мультяшный пес перебежал через стенку и спасся с этой арены. Но не-не-не, с этой арены никто не спасется. Вот тебе его сюда. Правильно. Получай, мультяшный пес. А вот теперь мостовые черви на тебя бегут. А толку? Смотри, они просто отлетают. Ребята, это просто жесть. На! Ну все, в принципе, все, ребят. Понимаете, все. Ребятоньки, все, понимаете? Мы всех легко убиваем. Причем, понимаете, даже одной атакой. Вот реально, докажи, Дарк, имбовая атака. Очень имбовая, очень. Слушай, Дарк, давай-ка будут теперь кидать снова мостовые черви или мультяшки. Только теперь пускай посражаются мои клоны. И мы, ребят, проверим, насколько они сильные. Давай-ка. Ну, кстати, давай, давай. Призывай мостовых червей. Мультяшек. Мультяшки или мультяшек. Атаку. Без разницы, в принципе. Давайте. Мультяшки на мультяшек. Все, друзья, смотрите, сражение идет полным ходом. А мы даже и влазить давайте не будем в эту битву. Давай мостовых червей. Как бы все, твои клоны порешали все вопросы. Угу. Давайте, мостовые черви, попробуйте, попробуйте. О, кажется, смотри, несколько пало, кажется, да, белых наших мультяшек, моих клонов. Ну там столько мостовых червей, еще бы. Но как бы да, даже так они все равно со всеми разобрались. Капец, ну, друзья. Существа. Существа? Они уже были. Давай милкволкеров. Так против клонов. А, имеешь в виду против клонов? Хорошо, я не влажу. А, ребят, смотрите, существа, кажется, их убили. Но нет, кстати, возможно, не исчезли. Возможно, не исчезли. Ты помнишь, они через время исчезают. Давай, призывай, призывай клонов. Да-да-да-да, вот. Клоны в атаку. Да, походу, они сами исчезли. Да-да, ребят, они там где-то через 30, 40 или 50 секунд где-то исчезают. Все, клоны, ребят, со всеми разобрались. Нам даже не нужно вступать вообще ни в какой бой. Все, изи, изи. Изи-пизи. Мне кажется, ты можешь теперь перейти на следующую стадию. Не-не, подожди, Дарк, как-то рано. А милкволкеров завалить? Ну ладно, давай милкволкеров. Много-много давайте, ребята, милкволкеров. Сейчас, друзья, наши клоны либо с тебе разберутся, либо падут в этом бою, либо сейчас просто-напросто исчезнут. Милкволкеры! А ну-ка, обратно идите, откуда пришли. Ну смотри, давайте, твои клоны убивают милкволкеров. Вижу, держатся. О, все, ребята, исчезли. Они сами исчезли. Ага. Да. На! Клоны в атаку! Ребят, такое чувство, что у нас какая-то, знаете, война клонов. Войны, точнее, клонов. Звездные войны какие-то. Твои клоны реально выигрывают, смотри. Да я вижу, вижу. Смотри, эти притворились, типа, они такие, мы не живые, нас здесь нет. Ребята, капец. Но им это не поможет. В общем, да, друзья, такая вторая стадия эволюции нашего мультяшного кота, белого, конечно же, мультяшного кота, White Cartoon Cat. И теперь давайте мы, друзья, превратимся в максимальную форму, в максимальную стадию. Ну и, ребята, наша последняя, третья стадия эволюции белого мультяшного кота. Смотрите, насколько мы уже, друзья, большие. Офигеть. Мы больше, чем... Вот это соседи домик. Мы, ребят, уже размером, видите, с многоэтажку. Причем очень даже большую и высокую. Так, ну что вы, друзья, готовы? Смотрите, сколько сиреноголовых. Ладно, сейчас, ребят, с ними разберемся. Раз, два, три. Сейчас, друзья, мы обязательно с ними разберемся. Как это просто с ними разбираешься? Сейчас, дойду до вот этой основной толпы. О,
На! Жесть! Ребята! Сиреноголовые такого явно не ожидали. А как думаешь, мои клоны с ними разберутся? Кстати, давай проверим. Сиреноголовыми? Мне кажется, знаешь, что называется, от пресновки слагаемых сумма не меняется. Это, кстати, да-да-да-да-да, мне тоже так, ребят, кажется. Так, давайте, мои клоны, вперед. В атаку. Ну, кстати, смотри, вроде справляются, вроде, да, ребят? Очень даже там хорошо они дерутся, ого. Ну, во всяком случае, сиреноголовых не могут убить. Ну и сиреноголовые, да, их не могут убить. И они что-то, ребят, сиреноголовых слабенько убивают. Не, ребят, несут потери, нужно помочь. На! Хо-хо! А вот теперь давайте с тремя сиреноголовыми. Сейчас они, ребят, быстренько себе, думаю, разберутся. Так, ну, на самом деле... О, уже, смотрите, одного убили. На самом-то деле, да, ребят, сиреноголовые очень-очень сильные. Тем более, сравните размеры сиреноголового. 12 метров в высоту. И такой кот где-то, ну, метра, наверное, 3 в высоту, да? Где-то, ребят, примерно столько. Ну все, мы разобрались с ними. Слушай, а давай кого-нибудь помощнее, а? Смотрите, ребят, я уже размером с вышку в аэропорту. Мне кажется, нужно кого-то против меня большого. О! Это считается за помощнее? Да. Тем более, смотрите, ребят, противостояние белого против черного. Да, ребят, белый цвет против черного цвета. Прикольно. На! Так, поближе нужно, друзья, подойти. Ай, фаерболы, ребят, летят. На! Хо-хо-хо! Титан, ребят, капец, все. Был титан, нет завалил. Титана. Капец. Капец, ребята, понимаете, мы даже гексапода победили, а на секундочку гексапод а это титан. А ты обернись. А что там? О, ребят, это эти, маякоголовые, живые маяки. На, хо-хо-хо, смотрите. Ребят, они отлетают, капец, прям с одного удара, понимаете? Насколько мы уже сильные, видимо, они, ребята, из воды повылазили. Видите, здесь рядышком водичка есть, оттуда, видимо, не повылазили, и вот решили... Проучить моего белого мультяшного кота. Но нет, не тут-то было. Ой, друзья, смотрите, большая сирена. Тихо. Не-не-не-не-не-не-не. Сейчас тебе будет весело. Я, кажется, ребят, застрял. Не особо дело хорошо. Большая, друзья, еще сирена пришла. Жесть. Нам еще как бы большой сирены не хватало. Дарк, смотри, что произошло. Ладно, я тебе помогаю, не переживай. Смотрите, ребят, сейчас мы ее завалим. На! Ну, кстати, нужно, видимо, поближе подойти. На! Она уже не такая уж-то и слабая. Ну это ж большая сирена, что ты хочешь? Да сейчас мы, ребята, с ней разберемся, подождите-ка. Ай, блин, она кусается. Уже неплохо так. Ай, я еще вот эти звуковые волны. Вообще, откуда в городе большая сирена? Обычно, ребят, большие сирены там где-то в полях живут, в лесах каких-то. Ну вот. Так большая сирена, наверное, гналась за той кучкой сиреноголовых, которую ты убил. Она такая типа, ты мою еду съел, убил. Сейчас. Но на самом деле, честно скажу, жирновато, ребят, конечно, большую сирену выставлять против нашего огромного белого мультяшного кота. Она реально, ребят, слишком прям сильная. Конечно, белый мультяшный кот сильный. Ладно, забирай свои слова обратно, я ничего, ребят, не говорил. Мультяшный белый кот реально очень-очень сильный. В общем, да, ребята, такая третья стадия эволюции у нас сегодня была нашего белого мультяшного кота. Вы, ребят, только посмотрите, насколько я стал большой. Воу! Офигеть, ребята! Смотрите, мы, ребят, прям по городу бегаем. Ну, короче, да, ребята, такая она сегодня офигенная получилась эволюция белого мультяшного кота. Да, ребята, белого картун-кэта. Вот такой вот полукрипер, какой-то полумультяшный кот, только белого цвета, у которого такие черные страшные глаза и очень-очень-очень большие острые зубы. И он, ребят, еще умеет клонировать себя, да. Он умеет, ребят, просто на глазах размножаться. И причем можно делать этих клонов просто десятки, сотни, а может даже и тысячи, и просто заполонить, можно сказать, весь город. Но если вам, ребята, понравилось это видео, которое вы только что посмотрели, эволюцию белого мультяшного кота, если вам, ребят, понравился этот монстр, и вы хотите больше роликов по Гаррис Моду с этим крутецким новым монстром, белым мультяшным котом, давайте мы, ребят, доберем на этой серии 10 тысяч лайков. Как только, ребят, доберется 10 тысяч лайков, сразу же выйдет новенькая серия с новым нашим мультяшным белым котом. Ну а с вами были я, SlikeMust, и, конечно же, Dark. Всем, ребята, спасибо за просмотр, всем, друзья, пока-пока! Всего хорошего, народ!